Так, ну что, ребятки, пришло время установки насоса, так как у нас в станции этот опас принудительная. Сейчас ставим насос. В этом септике специальная есть емкость для очищенной воды. И насос уже по зову поплавка будет отбрасывать у нас очищенную воду вот в тот колодец. Сейчас сверлим коронкой отверстие с той стороны, 26-25, вставляем трубу, опаиваем ее. И насос на гибком шланге подключаем к этой трубе сбросной. Ну все, далее. Так, поехали. На отбойнике стоит, не? А? Ну давай, давай, давай. Так, отверстие под 110 готово. Так, опаиваем трубу 110. Так, надеюсь, будет видно. Так, а эта труба у нас 25-я, идет от насоса, от дренажного. Тоже ее сейчас опаиваем. И она пойдет, значит, у нас дренажный колодец на муфте. Так, продолжаем. Настало время компрессоров. Вот наш монтажник-специалист по совместительству. Главный инженер по септикам. Вы уже знакомы, главный по тарелочкам. Алексей монтирует сейчас компрессоры. Модель. Что там за компрессор у нас? Airbio 65, 40 ватт. Значит, один у нас компрессор в левую сторону уходит, другой в правую. И работают они попеременно. Там стоит поплавок. Как только поплавок поднимается, включается компрессор. И начинается откачка мамут главным насосом во вторую камеру. Как только откачали сточные воды, вот с первой камеры во вторую, этот насос по поплавку отключается, включается второй насос, и здесь происходит аэрация, и здесь, и там. То есть аэрация и бурление. Сейчас нальем, запустим, все покажем. Так, ну что, все готово? Так, подсоединили, поставили, все на зажимчиках у нас. Здесь зажал? Да, не дожал. Не дожал, ну да. Включай. Так, смотрите, ребятки, первое включение. Мамут насос заработал. Септик у нас на 2/3 только залит. Но мамут насос сразу работает. А мы сейчас зальем. Он переливает, сейчас еще зальем. Он переливает с первой камеры во вторую. Во второй камере происходит аэрация, видите, ребятки? Вот, как только по поплавку мамут насос перестанет работать, аэрация включится в первой камере. Вот таким макаром. И будет также, сейчас нальем еще, и будет переливать вот сюда еще воду. Здесь тоже работает эрлифт и идет аэрация. Этот шланг предназначен для постоянной, не постоянной, а когда включается второй насос, это по этому шлангу будет откачиваться ил с самого дна вот в эту камеру. Так. Ну ладно, сейчас соединяем трубу, обсыпаем и будем снимать концовку. Я объясню, как обслуживать септик этот. Самому, кстати, не платить по 6 тысяч, по 7, по 8, по 9. Обслужить реально можно самому. Эту всю агрегат, то есть этот весь, блядь. Так, ну ладно, сейчас продолжаем работать. Так, вот мы зашли в дом. Это провод у нас, подпитывающий септик. Кабель-канал, и завели, поставили на автомат 16 ампер. И далее сейчас выводим трубу вот сюда. И оконцовку буду снимать. Так, друзья, все готово. Засыпали, запустили.
Блядь, так устал я, сука, сегодня целый день тут, блядь, провел. Септик работает. Вода черная, это с водопровода. Такой здесь водопровод, он застоявшийся. Этой трубой водопроводной не пользовались, она чугунная, так что не пугайтесь. Но сейчас уже почище пошла. Значит, все работает, все запустили. Насос дренажный проверили. Ребятки, я хотел объяснить, как чистить септик, обслуживать. Значит, основной насос у нас, мамут насос. Это, блядь, там грязно. Это, вот эта серая труба. Внутри стоит главный мамут насос. Еще его называют эрлифтом. Ну, в общем, мамут насос принято называть. Забивается всегда только он, в основном. Это 100%. Больше здесь никаких поломок обычно не бывает. Ну, бывает, что выйдет из строя дренажный насос. Но это очень редко. То есть вот дренажный насос у нас стоит с поплавочкой, видите? Он очень редко ломается. Значит, если обслужить септик, сняли, там все на клипсах, сняли шланги и обязательно запомнили, какой шланг куда. Это очень важно. Обычно мы сразу или маркером, или же изолентой намотаем, допустим, правый. Это у нас вот на правую шланг наматываем изоленту. Чтобы не ребят не перепутать потом, чтобы проблем не было. Снимаем эти шланги, поднимаем мамут насос, берем керхер и промываем его весь. Здесь, значит, откачиваем, можно откачать тут немножко воды там. Можно первую камеру вообще откачать, промыть ее керхером также. Но это можно делать раз в два года, желательно, ну, не реже. А мамут насос, ну, обслуживает, ну, кто обслуживает раз в полгода, кто вообще раз в год. Мы, бывало, иногда выезжали вот на такой септик Топаз, это было, по-моему, даже в Павловском посаде. Вообще 6 лет его человек не обслуживал, 6 лет мы приехали, он весь заросший, и все равно он продолжал работать. Он даже, оказывается, заказчик не знал, что его надо чистить и промывать. Он думал, что купил вот такой септик, и он вечный, на века вечный, и с ним вообще не надо ничего делать. Но человек не понял, и монтажники ему, наверное, не объяснили. Так, ну что тут еще может еще испортиться? Значит, снимаем вот этот вот волосняк, отстягиваем. Это вот трубка простая, и на ней железные такие усики. Это на них оседают, вот и волососборник, то есть ее вынимаем, волосы стряхиваем, обратно на место кидаем. Далее, значит, обязательно раз в полгода, ребятки, вот здесь вот Топазы, у всех Топазов есть шланчик. Вот он пустой, мы его отстегиваем. Здесь у нас заглушка. Заглушку вот эту вынимаем и включаем тумблер. Подставляем сюда ведро. Выливаем 3 ведра 10-литровых, 10-литровых, 3 ведра раз в 6 месяцев. И все. На этом, значит, у нас обслуживание закончено. И еще, я немножко позабыл, значит, мы открываем вот эти две крышки в районе каждый год можно, ну, каждый полгода, кто хочет заморочиться. И прочищаем, там будет такая сеточка, салфеточка. Ее встряхнули, если сильно она загрязнена, тогда мы берем, ее моем, сушим и обратно сюда закладываем. Положили на батарею и все. Так, что тут? Больше ничего, септик примитивный. То есть никакой практически электроники нету. И, значит, компрессорная у нас емкость полностью герметичная. Залить ее не может. Замкнуть здесь ничего не может. Выключатель здесь только один. Два положения. Положение выключено, положение включено. Все, ребятки. Компрессоры будем менять. Под компрессорами стоит цифра. Цифра 1. Значит, вот этот компрессор, цифра 1, подсоединяем к розетке под номером 1. Здесь стоит цифра 2. Подсоединяем к розетке номер 2. Номер 3 – это розетка от дренажного насоса. Чтобы его выключить, вообще автономно выдернули и поменяли его, если, конечно, что-то с ним случится. Но это маловероятно. В моей практике такие насосы выдерживали по 8-10 лет, и ничего с ним не происходило. Ну, конечно, мы их не делали. И, я не знаю, бывает брак допускается на заводе, бывает, что и самая крутая тачка, или что-то там еще, или телефон ломается на второй день. Так, ребятки, ну, дамы и господа, вот хочу сказать по этому поводу, по этому Топазу, по этой фирме. Конечно, фирма знаменитая, она крутая. В общем, что сказать, самая крутая фирма
по производству септиков в России. Значит, от слова септики у заказчиков иногда происходит эйфория. И они просто, это для них как виагра. Понимаете, когда слышат это слово, они хотят побыстрее и подороже. Но, ребята, я вам еще раз повторяю, есть же аналоги, намного дешевле. Дешевле на 30, на 40%. И септики, принцип работы у септика один и тот же. Другого еще не придумали. Просто Топаз выполняет свои септики вот в вертикальном положении. А, допустим, взять Диамант или Тверь, они дороже, значит, на 40%, на 40, дешевле, на 40%. И более примитивнее, и более надежнее. Так как мы их ставим уже 12 лет, ребята, ни одной у нас заявки на нарушение работы Диаманта или Твери еще не было. Так что решать вам. Хотите красивый, дорогой и брендовый септик, вы обратитесь к нам, и мы вам установим Топаз. Хотите более примитивный, тоже надежный, но дешевый, то есть бюджетный септик, также обратитесь к нам. И мы вам поставим септик, предложим фирмы Диамант, который производит у нас в Орехово-Зуево, или же септик Тверь. Они сделаны для высоких грунтовых вод в горизонтальном положении исполнения. На нашем канале YouTube очень много роликов по установке этих септиков. Также отзывы владельцев вновь приобретенных. И описание, там очень много рассказываем, как они работают. И, ну, в общем, там все-все. Заходите на наш канал и смотрите эти ролики. Ребята, думайте, выбирайте. Выбор только за вами. Всем пока.